поддержку российской газеты. Уверенно, что вторичное использование сейчас увлекается более 10% для выхода более промышленных отходов. Новый закон призван расширить практику раздельного сбора мусора и его переработки. В МИИ постулизм призвал российских туристов быть внимательнее в Альпу. По данным Генконсульства России, в Милане более 10 тысяч туристов оказались заблокированными на горнолыжном курорте Черния после обильных снегопадов и схода лавин. Железнодорожное сообщение о том уже возобновлено, и ситуация нормализуется. Рублей. Toyota Fortuner. Ты настоящий. Подробная информация по предложению на сайте toyota.ru. Toyota. Легендарное качество. Полумеры не для вас. Трансмиссия суперселектная. Дорожный как Mitsubishi Pajero Sport. Это то, что вы ожидаете от полного привода. Стабильность на скользких дорогах и проходимость вне дорог. В марте беспрецедентная возможность приобрести уверенность и безопасность. 400 тысяч рублей. Лего бренда за исключением отечественного производства старше 10 лет. Дорожное радио рекомендует. Добавляйте группу ВКонтакте и становитесь частью большой дружной компании. Узнавайте первыми о новостях, акциях и новинках эфира. Участвуйте в опросах и конкурсах. Выигрывайте призы от Дорожного радио. Хорошее настроение.